Алексей Козлов представляет. Сейчас мы посмотрим с вами довольно редкие кадры. Это выступление ансамбля норвежского саксофониста Яна Гарбарека в 1978 году во Франции. Ян Гарбарек является одним из основателей и соратником Манфреда Айхера, который создал собственную музыкально-издательскую фирму и назвал ее ECM, то есть Edition of Contemporary Music, в 1969 году в городе Мюнхен, в Германии. Он истратил все свои накопления на то, чтобы оборудовать студию записи, и начал работать только с теми европейскими артистами, которые игнорировали любое влияние американского джаза, в особенности блюза. Музыка этого стиля базировалась на использовании европейских музыкальных корней, а также некоторых принципов и восточной древней музыки. Таким образом и возникло уникальное слияние самых разных направлений в музыкальной культуре. Появилась совершенно новая музыка, которая характеризует собой чисто европейский подход к импровизации и вообще к исполнительству, резко отличающиеся от того, что созрело в Соединенных Штатах Америки в сфере джаза. На небольшом видеофрагменте вы увидите, как ансамбль Яна Гарбарека в 1978 году выступал в одном из французских залов. Тогда в его состав входили следующие музыканты: гитарист Билл Коннорс, электрик-басист Эберхард Вебер, барабанщик Йон Кристенсен и клавишник Джон Тейлор. Thank you.